Всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня конец месяца, а значит, пришло время показать свои пустые баночки, рассказать свое мнение о закончившихся продуктах. К тому же сегодня 29 февраля, а значит, еще и конец зимы, которой, по счастью, не было. Ну что ж, давайте приступим. Баночек, правда, у меня на удивление мало, но такое тоже случается. В любом случае покажу и расскажу. Во-первых, это тоник для лица, очищающий от особой серии родниковая вода. Здесь объем 260 мл. Покупала его в Ашане уже второй раз. И сейчас поставлю в использование третий пузырек. Точнее, уже поставила. Стоит он 59 рублей, то есть очень-очень бюджетно. Я вообще слышала о особой серии не очень хорошие отзывы, но мне почему-то всегда хотелось попробовать данную косметику. И вот пока все, что я пробовала, мне в основном нравится. По крайней мере, ничего ужасного у меня с данной косметикой не связано. Ну, это, знаете, как бы нормально, потому что кто-то хвалит косметику Флорисан, а мне она не подходит. То есть она либо не делает ничего, либо делает что-то плохое. А особая серия подходит, а кому-то может тоже не подойти. Значит, тоник действительно очищающий, доочищающий. Ну, просто я иногда могу утром просто, или там вечером, если я никуда не ходила, не красилась, я могу просто протереть лицо тоником. Вот. Несколько раз с использованием нескольких ватных дисков, и действительно заметно, как лицо, ну, по ватному диску, да, как происходит очищение. Ну, или он хорошо доочищает после там умывания. Ну, хотя у меня умывалка хорошая, поэтому, в принципе, особого доочищения не требуется. Также я заметила, что данный тоник еще и хорошо увлажняет лицо. Я когда впервые воспользовалась данным продуктом, мне, знаете, показалось, что лицо какое-то такое, ну, слишком... Как будто в тонике есть не то чтобы масло, но что-то вот такое. Я еще перепугалась, думаю, вдруг забьет поры, будут какие-то проблемы. Но на удивление, вот уже второй флакончик использован, и никаких, слава богу, проблем не возникло. Вот. А при этом увлажнение какое-то такое дополнительное, оно есть. Так что буду продолжать приобретать дальше. И в целом, если вам интересна косметика от особой серии, то присмотритесь, попробуйте, вдруг вам тоже подойдет. Аромат очень приятный такой, мне нравится. Далее, покажу вам вот такую маску для лица Superfood томатную. Это корейская маска, покупала ее в Ашане за 38 или за 39 рублей по какой-то акции. Ну, там было представлено много, ну, скажем так, ароматов, не знаю, как это правильно сказать, заявленных ингредиентов. Но меня всегда привлекают томаты в косметике. Я всегда надеюсь, что еще и косметический продукт помидорками будет пахнуть. Но в данном случае помидорами маска не пахла. Был аромат такой средней интенсивности, и не слабый, и не очень сильный, химозный. Но для вот одного раза, в принципе, нормальный, более-менее приятный. Но так как маска пропитана была очень хорошо, там еще много продукта, я храню в холодильнике и использую просто как сыворотку. И уже на второе, на третье применение аромат меня, конечно, стал подбешивать. Но он быстро выветривается, поэтому я все доиспользую. Тем более, что продукт хороший. Хорошо увлажняет, хорошо тонизирует кожу. Давайте я прочитаю, что же нам обещают. Обещают нам, что маска пропитана высококонцентрированной эссенцией, которая эффективно ухаживает за кожей, насыщает витаминами, влагой, укрепляет, тонизирует, делает упругой, придает здоровый цвет. Основной компонент – томат. Ну,
В общем, абсолютно точно, что маска хорошо увлажняет кожу, хорошо ее тонизирует. Что касается самого лекала, самой маски, ткань мягкая, приятная. Разрезы для губ, для глаз немножко маловаты, но в целом все было комфортно, и у меня не было, знаете, такого желания побыстрее ее снять. Я спокойно с ней минут, наверное, 30 посидела. Маска не смываемая, что тоже большой плюс. Вот если сказать, пошла бы я повторять покупку или нет, то вот, ну, если бы мне срочно была бы нужна какая-то маска, я бы, наверное, ее даже приобрела, может быть, и по полной цене. Вот. Но поскольку у меня есть чем пользоваться, то, наверное, я дождусь какой-то такой же выгодной акции. Ну и одну-две приобрету, конечно же, в запас при случае, потому что она действительно неплохая, лично для меня. Также закончилось у меня, ну почти закончилось средство для интимного ухода, жидкое мыло, марки «Каждый день» в объеме 250 мл. Стоит где-то, ну, 30 чем-то рублей. Я уже неоднократно показывала и в пустышках, и в покупках, и сейчас у меня в уходе. Мне это средство нравится, я его ни на что менять не собираюсь. У него хорошее действие, приятный такой немножко ретро-аромат, который в воде очень классно раскрывается при соприкосновении с водой. Хорошо очищает. Единственное, что здесь нет молочной кислоты, поэтому для кого это важно, вот просто имейте в виду, что молочной кислоты нет. Если важно, то вам это не подойдет. Во всех остальных случаях я могу порекомендовать бюджетный, но очень хороший продукт. И хватает надолго. Удобная такая, ну, удобный дозатор, и закрыть легко, и как бы извлечь продукт, поэтому нравится, буду приобретать дальше. Аромат вообще, я просто от него в восторге. Далее закончилась у меня, ну, как всегда, краска для волос от Faberlic Expert 7.4, ну, рыженькая такая. Так, артикул здесь 18.040. Ну, я ее всегда показываю в покупках, в пустышках, в уходе на месяц. Крашу волосы я один раз в 2 месяца, мне этого вполне хватает. И я всегда говорю, почему я выбираю эту краску. Потому что она равномерно сползает с волос, а значит, кончики не страдают. Ну и поскольку более-менее эта краска приближена к моему цвету, то мне не приходится довольно-таки часто ее использовать. Единственное, что пока краска называлась Faberlic Краса, она была, ну, цвет был и на упаковке более яркий, и в реальности более яркий. Их, как бы, она, ну, с волос, на волосах оставалась дольше, чем когда уже стала называться Faberlic Expert. Тут что-то, знаете, поменялось. И еще поменялось в не очень хорошую сторону то, что вообще тюбик всегда и в том, и в другом варианте был очень тугой. Но если вот сам тюбик я вот так вот обрезала и одним движением там кисточки или шпажки все это дело вытаскивала в пиалку, то в данном случае тюбик остался таким же жестким, а сам продукт, он стал более жидким и довольно проблематично его оттуда извлечь. А так краска хорошая, она мне нравится. Но опять же, это мое мнение, и это мнение относительно данного оттенка. Поэтому у меня в запасах есть, и буду при случае приобретать еще по хорошей цене, потому что нравится. Во всяком случае, как вот я стала пользоваться данной краской, проблем с волосами у меня, ну, вроде бы как нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, то есть длина стала появляться. Дальше закончился у меня от Faberlic Ля Крем питательный бальзам для волос. Здесь объем 200 мл. Для меня это достаточно много. Долго им пользовалась. Приятный аромат миндаля, но он такой сладкий аромат.
был также к нему в пару шампунь, но он закончился побыстрее. А здесь еще, мне кажется, на один раз хватит, и потом я смогу выбросить. Просто не хочу копить целый месяц. Ну, обычный бальзам, он хорошо справляется со своей задачей. Волосы хорошо как бы распутываются, хорошо расчесываются, такие приятные, шелковистые становятся. Ну, особо ничего там не могу больше сказать. Можно при случае приобретать. Но, знаете, поскольку у меня продукты по уходу за волосами очень долго стоят в использовании, то, наверное, я предпочту попробовать что-то еще, чтоб не надоедало. Вот. Также у меня за этот месяц закончилось аж две упаковки влажных салфеток. Я покупаю то гигиенические такие, ну, в общем, то детские, то гигиенические салфетки. Вот алоэ вера. И у тех, и у других приятный аромат. Здесь 80 штук, стоят 41 рубль. Салфетки сами приятные. Я их использую абсолютно для любых целей. Косметических, гигиенических, там, бытовых. Они у меня всегда вот и здесь лежат. Около там кофеварки, потому что если она брызгает, то удобно протереть. И, ну, в общем, необходимая такая вещь, и в месяц уходит, ну, наверное, где-то две пачки это точно уходит. Далее закончился у меня, ну да, вот, кстати, бальзамчик я использовала вместе с краской. Также закончился у меня от марки «Каждый день» крем для ног. Раньше я особо ничего не могла о нем сказать, потому что в основном такой крем у меня всегда находился на даче в Питере, а пользовалась я там им крайне редко. Потом я приобрела его в Питер, как бы в город. Попользовалась, поняла, что вообще-то крем очень прикольный, при этом дешевый, и приобрела уже здесь себе в Москву. Хватило мне его на 2 месяца. Пользовалась как-то я им. Ну, у меня ноги, как бы, они такие не в убитом состоянии, правда, и не в супер идеальном, но особо как-то такого прям постоянного активного ухода они не требуют. Вот. Пахнет чистотелом, дает нормальный такой базовый уход. Могу посоветовать, если у вас ноги не проблемные. За свои 11-12 рублей крем просто прекрасен. Вот уже повторила покупку и думаю, в будущем тоже буду его приобретать. Ну, мне кажется, что цена невелика, объем нормальный, поэтому как минимум можно попробовать и составить о нем свое мнение. К тому же я у многих девочек слышала хорошие отзывы, крем этот нравится. Но действительно он очень достойный. Дальше, как-то в своей посылочке Оксана Александрова присылала мне вот такое мыло Palmolive Naturel, баланс и мягкость с ромашкой. Ну, в общем-то, Оксана мне и присылала его, потому что я очень люблю ромашку. Мне как бы во всех смыслах она нравится, и долгое время этот кусочек лежал у меня в коллекции, просто меня радовал. Я люблю, когда вот на упаковке, на этикетке есть ромашка. Вот. Аромат у мыла я бы не сказала, что пахнет ромашкой. Он просто пахнет таким мылом, такой косметически приятный аромат. С удовольствием сейчас пользуюсь. У мыла аромат не такой интенсивный, как у оливкового мыла Palmolive. Но вот на руках он некоторое время остается, так раскрывается в воде классно, хорошо очищает кожу, хорошо пенится. Так что, Оксана, огромное тебе спасибо. С удовольствием его использую. И тут еще буквально несколько продуктов, которые закончились. Вот действительно, прям очень мало в этом месяце всего позаканчивалось. Значит, во-первых, вот такой криоэффект, микропилинг закончился. Здесь объем 7 мл, хватило мне его на 2 раза.
когда я впервые его приобрела, он мне безумно понравился тем, что не только потрясающе пеленгует кожу и приятно пахнет, но еще ее и холодит. И когда, там, допустим, мне нужно было ехать в студию утром, а я не выспалась, я наносила этот пилинг на лицо, буквально держала несколько минут, смывала, и, знаете, такой был холодок, что прям резко просыпаешься. Когда я еще приобрела таких сашеток побольше, почему-то этого эффекта уже не было. Но при этом как пилинг очень могу посоветовать, потому что пилингует кожу бережно, но очень-очень эффективно. И аромат, конечно, приятный. А еще я хочу повторить, ну, показать вот такую повторку. Это акулья сила, акулий жир от Лучикс. Здесь заявлено дыня от носогубных складок, лифтинг с эффектом ботокса. Дыни, конечно, не пахнет, больше такой аромат, как у, ну, там, не знаю, женьшеня, что-то в этом роде. Такой аромат на любителя, не самый кайфовый аромат. Маска такая белая, ну, кремовая консистенция, но она классная, действительно. Можно наносить на все лицо, но я пока наношу только на носогубки и на межбровную. Действительно очень хорошо помогает, стоит, ну, где как, в разных аптеках. Я покупаю в сети аптек столички, там то 60, то 50 чем-то рублей она стоит. Здесь написано, что нужно 14 дней ежедневно пользоваться, а потом несколько раз в неделю. Ну вот одну такую я уже использовала, сделала перерыв и решила снова ежедневно использовать. Действительно, некоторый такой эффект заметен. Вот. И в каждых сейчас пустышках я показываю, потихоньку рассказываю свое мнение. Тоже Лучикс, акулья сила, крем-сыворотка вокруг глаз, акулий ретинол, бразильский женьшень и белая лилия. Ну, аромат мне уже действительно очень нравится, несмотря на то, что аромат лилии я не люблю, а здесь пахнет реально лилией. Но почему-то я сдружилась с ароматом. Объем здесь 50 мл, поэтому я вот постепенно рассказываю свои ощущения. Ну, вообще действительно хорошо так увлажняет кожу, разглаживает мелкие мимические морщинки. Ну, конечно, не полностью, абсолютно не полностью, но тем не менее. Устраняет темные круги. Ну, как-то темных прям кругов у меня нет. Бывает легкая сейчас отечность. Вот здесь заявлено, мгновенно снимает отечность. Ну, нет, я не скажу, что мгновенно, нет. Не мгновенно далеко, но минут через, может быть, 20-30 как-то более-менее ситуация сглаживается. В общем-то, могу посоветовать. Маска стоит тоже где-то, но максимальная цена была 220 рублей. Иногда я видела ее в аптеке подешевле. Я ее брала с 50% скидкой, списывала бонусы за 110 рублей. Пока вот из всего, что я пробовала по уходу за глазами, и Новосвит, и Невская косметика, пока могу сказать, что вот акулья сила мне больше всего понравилась. Но все равно это, знаете, не так, чтобы вау, там прям. Но все-таки достойный продукт, и к нему стоит присмотреться. Ну вот, пожалуй, это все, что закончилось в этом месяце. Не так-то много, но наболтала я на 19 минут. Если вам это видео понравилось, возможно, было интересно, полезно, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Всем спасибо за просмотр и всем до новых встреч. Пока-пока!